Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи России. Министерство иностранных дел Великобритании передало дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля предложение российского посольства о помощи, но она ее не приняла. Юлия Скрипаль не желает разговаривать с сотрудниками консульской службы посольства РФ и не хочет принимать консульскую помощь. Об этом она заявила британским властям, сообщает в среду, 11 апреля, The Daily Mail со ссылкой на представителя МИД Великобритании. Ранее мы передали Юлии предложение российского посольства оказать консульскую помощь, приводит издание его слова. В МИД Британии также подчеркнули, что Юлия Скрипаль имеет свободный выбор. Она свободна в своем решении, принимать ли ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать, отметил сотрудник МИД. Накануне в Лондоне сообщили, что Юлию Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета The Sun со ссылкой на источники написала, что Скрипаль доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.